Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Сри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Сри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джанна Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванша калпатару вашки пасинду бевач, патитананг павуне бхавишна бибью намо намах, мукан кароти вача ланг пангунг ланг хетгирим, ятки патамаханг банди парма нанду мадва, бриндаой тусиде бой пияой кесавасач. Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намах Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасья Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Джукто Бхакти Прамодакша Джагодхарн Дхейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатвихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ят Пада Паллавана Качандамани Чатай Биспури джита кима пикопова душва дарш Пуруна нурагра со сагра сара мурти Сарадхи кама и када нам карас Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канака бодату Санкиртанай капитару камалаю такшу Вишамбару диджавару джугадхарма палу Банде джагат приякару Каруна аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату Санкиртанай капитару камалаю такшу Вишамбару диджавару джугадхарма палу Банде джагат приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура сурайр бандито диппарупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупенна сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибушито бам бхагам Нараяно Прияманаṅга Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам
Bhagishajushovadane Lakshmir jasya bhakshasi Jasyaste hidaye sambhit Tvam nishingamaham bhaje Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Yat Saktayo Vadatam Vadinam Vai Vivad Sangvad Bhubo Bhavanti Kurvanti Chaisham Muhuratamoham Tasmai Nama Ananta Gunaya Bhumne Yat Saktayo Vadatam Vadinam Vai Vivad Sangvad Bhubo Bhavanti Kurvanti Chaisham Muhuratmamoham Tasmai Nama Ananta Gunaya Bhumne Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Dr. Prabhupada Paramahansa Jagadguru told Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что жители этого мира, они постепенно уходят прочь от этой абсолютной истины. И вот эти джаганваси, жители этого мира, они постепенно уходят все дальше и дальше от абсолютной истины. Настолько далеко, что перед ними, если я буду говорить об абсолютной истине, они испугаются, поскольку это против их склонности к наслаждению, они не могут принять это. Они хотят это, принимают, но не могут сердцем принять. И поэтому, когда бы какие-то саду, гуру, вайшнавы, возвышенные, преданные, хотят говорить что-то об абсолютной истине, абсолютным образом, находясь на абсолютном уровне, такие обычные мирские люди боятся, почему говорят об этом, они не могут даже потерпеть. Поскольку для них невозможно это все осознать, переварить, Шрила Прабхупад говорит, даже мы готовы потратить литры и литры крови. Мы Гаудии, преданные Гаудия Матха, мы готовы потратить литры и литры крови для освобождения этих обусловленных душ, но все же нет никакой гарантии. И после услышав Харикатху, кто-то слушает, может, 10 лет и уйти прочь. Это происходит достаточно часто, поскольку майя очень сильна. Нет никакой гарантии. Все зависит. Как мы слушаем, каким образом, каков путь нашего слушания, он очень важен. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Гурупад Падма также говорит, если кто-то слушает, но не может это осознать, принять и применить в своей собственной жизни, то не получит никакого блага от слушания. И также с негативным настроением, если кто-то слушает, какой результат может быть от этого? Значит, Харикатха, Харикиртан, Харинам, он даст нам несомненный результат. Даже слушая возвышенного преданного, даже слушая от великого преданного, не все могут получить результат слушания этой Харикатхи. Гуру Вайшнава не ответственны за это. Шрила Прабхупада говорит, даже слушав Харикатху от очень великого возвышенного, могущественного преданного, некоторые не получают результата. Почему? Из-за оскорблений. Мы не можем получить должного результата. Мы развиваем пассивное настроение в нашем сердце. И в этом случае Харикатха не может задеть наше сердце, как электричество через изоляцию, через непроводимые материалы, как пластик или дерево, оно не
течет. Шрила Прабхупада также говорит, из-за оскорблений, которые мы совершаем, мы не можем получить результат слушания Харикатхи. И вот, может, у кого-то слабость есть, слабость сердца, но это не так плохо, но лицемерие, оно не будет прощено. Бхагаван не простит лицемерие. Иногда мы думаем, что мы можем слушать Харикатху, совершать сатсангу, но также можем служить майе. Можем служить, кто-то думает, что может слушать Харикатху и служить майе. Шрила Прабхупад смеется: так невозможно, Бхагаван не тот объект, который... которого можно служить одновременно с майей. Это невозможно. Кто-то призывает Бхагавана в свою жизнь, но не может распрощаться с майей. Шрила Прабхупад, шутя, говорят, кто-то просит Бхагавана прийти в его жизнь, ну, вместе с майей. Как кто-то пьет чай или кофе вместе с сахаром, но Бхагаван таким образом не может прийти. Шрила Прабхупад говорит, кто-то может, кто-то служит майе все же. Таким образом, кто-то, не все могут принять Бхагавана в чистом виде, только многие готовы принять Бхагавана только в связи с смеси с майей. И вот бесчисленные браманды, бесчисленные дживы. И маленькие дживы, как они могут выразить почтение Гуру и Вайшнавам? Они не могут выразить почтение самим себе. Вначале всего мы должны быть честны с собой. И после этого мы можем выражать почтение Гуру, Вайшнавам, Бхагавану и еще кому-то. Поскольку... нужно быть честным, кто-то рушит свою собственную жизнь, что я могу сделать, кто-то приходит к Шриле Прабхупаде, но потоком майи его сносит прочь. Шрила Прабхупад говорит и пишет в Патравале письмо одному преданному, и вот он пишет: и сейчас вы оставили путь Шаранагати и пытаетесь сделать что-то самостоятельно, что я могу сделать. Оставили путь Пранипат Парипрашна. И что я могу сделать? Вы приняли какой-то непонятный путь, и мы можем вас только пожалеть. И поток майя очень силен, и нет гарантии, что не смоет нас, даже если мы потратим буквально литры и литры крови, пытаясь спасти кого-то, то это не факт, что поможет. Это зависит от настроения, это обусловлено душе. Баладев, он заботится обо всех обусловленных душах, если мы примем его, естественно. И это обещание Нитьянанды Баларама. Будьте уверены насчет этого. Это мое его обещание, что он спасет нас.
но мы должны стать искренне, честные. Не должно быть никакого лицемерия. Лицемерие не может быть в нас, может у нас быть какая-то слабость, это не так плохо, но мы должны быть искренне и честные. И вот такие лицемеры никогда не обретут подлинного блага, но иногда, если они изменятся, то это возможно. И что здесь говорится? Баладев Нитянанда говорят, вся ответственность, она на мне, я обещаю вам. Если вы искренне и серьезно, и тогда я могу взять всю ответственность за вас и могу помочь вам пересечь этот материальный океан. Бесконечные миры. Баладев, его имя Анантадев. Хари. И как малая душа может обрести связь с бесконечным Анантадевом? Он Ананта бесконечная, малая душа. Даже не какая-то пылинка, а меньше, как я могу обрести связь с таким нескончаемым, огромным, бесконечным Анантадевом. Ананта значит бесконечность буквально. А кто я? И это причина, по которой Баладев пришел в форме гуру Вайшнава, чтобы помочь нам. И вот все дживатмы, когда они пришли, и поэтому Анантадев Баларам пришел в форме гуру и вайшнавов. Иначе как-то возможно обрести связь с Анантадевом и гуру вайшнавы. Они пришли в форме человеческой, чтобы мы могли разговаривать, буквально общаться, принимать помощь и что-то делать для них, как-то служить. Даже нам не нужно просить милости. Гурупад Падма говорит, не нужно просить милости. У них есть глаза и уши, они Анантадев, он вездесущ, он всевидящ. Он видит, чем вы занимаетесь, что вы хотите, что вам нужно, как вы можете скрыть себя от него. Анантадев, он везде сущ и может видеть все. И вот те чистые гуры вайшнавы, они утвердились лотосный стоп Анантадева, а не Анантадев. Гурудев, он исходит от Анантадева. Вот Кришна. Разница между Баларамой и Кришной. Он показывает настроение служения, а Бхагаван Севья, он принимает служение. Бхагаван Севья, аватар, тот, кому служит, а Анантадев, Баларам, он принимает форму севака, того, кто служит. Но все же Прабхупад говорит, хотя Баладев, он севак татва, но все же Баладев, он оставляет за собой право принимать служение у нас. Баладев, он севья и севак. Намасте,
Кришна Пурваджи. Намасте Тухарабрам. Намасте Мусалайудху. Намасте Раватиканто. Намасте Бхактавасра. Намасте Баринамсасто. Намасте Дхаранидхара. Паламбаре Намасте Тутрахима Кришна Пурваджи. Эрвити. Here is total pain. So Баладжи Махарадж. И вот Баладев, можно сказать, что Баладев, он севьяттва, и в то же самое время севактатва. Я могу показать из Бхагаватам, из пятой части. Там описывается, где Нагаканья, еще кто-то там, все поклоняются Анантадеву в прекрасной форме. И вот в прошлом году мы дали должный ответ Сахаджи, они хотели. В общем, они написали в 2002 году какую-то ересь, и вот полтора года назад я об этом узнал, до моих глаз это дошло. Уже кто-то умер из их группы. И вот они писали, что Баладев пришел в Раджадаму, чтобы утешить и являть лилы с гопи из группы Кришны. Но на самом деле гопи из группы Кришны не могут иметь никакой связи с Баларамом. И такие люди, они потеряли даже обычный здравый смысл. Лапхапуджа и Пратиштха настолько опасны, что люди, обуреваемые ими, даже здравый смысл теряют. Они готовы принять какие-то испражнения за чистую монету. Лапхапуджа и Пратиштха — такие вещи, и Вайшнава Парадха, Гура Парадха, они тоже очень опасны даже. Если кто-то образован, но может все потерять и стать буквально нищим на улице, на пути духовной жизни, хотя до этого мог занимать какое-то известное положение, но что делать? И вот Вайшнава Парадха настолько опасна, что можно потерять нашу рациональность, разумность и начать делать всякую ерунду, как Питамаха Бишма говорит, что такого гуру нужно отвергнуть. Никто не имеет представления о том, что нужно делать, что не нужно, не знает Сиддханты. И такой гуру должен быть отвергнут. И вот Питамаха Бишма говорит, и вот они написали такие неправильные вещи, пытались обмануть весь мир. Можно, кто, может, кто-то видел, если в какой-то банке мед, эти пчелы, они пытаются наесть этого меда, летят к нему и тонут в этом меде и умирают. Мед очень благоухающий, сладок, и пчелы летят на него. И вот такие сахаджи тоже пытаются дать людям какую-то расу, которая убивает их, какую-то материальную расу, которая убивает джив. Хотя внешне может казаться красивой. И они таким образом как-то ускоряют их смерть.
Но Баладев не может совершить никакой ошибки. Баладев, у него есть огромная любовь к Кришне. Я уже в прошлом году писал. И вот Баладев, он, у него есть три расы, как старший брат, у него есть Ватсаля раса к Кришне. Он чувствует какие-то родительские чувства старшего брата, заботится о нем, и в то же самое время дружеская раса, Сакья раса. И основная раса служения. И вот это все такое. Великолепная смесь в Баларами, в Баладеве находится, и так или иначе Баладев, он не может нарушить эту сиддханту. Даже Вишвана Чакравати пишет, что Баладев, он расалила Баладева, она лучше, гораздо лучше. Я могу привести вас и показать на место расы Баладева. Так много этих мест, где Чанда Сарва, Гавадхан, Ямуна, Кумуд Ван, еще какой-то Ван, но главное место двух главных рас – это Шримад Бхагавата Махапуране. Шрадия раса описывается во время Дурга Пуджи, которая происходит. Шарадкал, вода очищается естественным образом, и в то время он совершает расу на берегу Ямуны. Васанта раса весенняя. После Картика есть еще одна раса. Она происходит на берегу около Гавадхана. И вот расастхали Баларама, оно далеко, в отдельном, совсем другом районе. Там. И гопи, его гопи с гопи Кришнами совсем отдельно никак и никогда не смешиваются. Шрила Бхактивинода Тхакур написал в Упадишамрите комментарии. Особенно те, кто заинтересованы, чтобы обрести Лабху Пуджи и Пратишту. Они какие-то новые правила и предписания придумывают, отклоняются от пути Гурварги. Это естественно. Иначе не могли бы утвердиться. Если я не отклоняюсь от пути Гурупад Падмы, я не смогу прославиться, а кто-то хочет за счет Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура прославиться. Very shortly they are going to be destroyed. Bhaktivinoda Thakur told, very shortly they are going to be destroyed. Но Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что они естественным образом они эти последователи какого-то нового пути, какой-то отсебятины, они вскоре. Ну, в общем, ничего хорошего не будет, у них не получится, и в итоге попадут в ад. И смысл проводить гуру пуджу в их адрес никакого нет. Может, не все это понимают. Некоторым проповедникам удается обманывать весь мир. И они теряют суть учения Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады.
смотрят, ну, являются такие проповедники, являются приверженцами партийности. Не все время придерживаются какого-то гуруизма и прочих каких-то этих организаций, их сознание организации, и Баларам наказывает их. И вот там Баладев говорит о Дурьотхане. Когда Дурьотхан хотел оскорбить Кришну. И те, кто не принимают из таких простых решений Баладев. Вот здесь говорится. Они должны быть наказаны. Как собаки. Как собаки могут понять язык по палке буквально. Ну, собакам можно что-то объяснить, но они не понимают, опять делают неправильно, и палка обычно помогает. Тешам прошамхи дандо пашу нам лугуро жатха. Пашу, данда. This is called Balaram. Баладжи Махарадж going to take control. И вот Баладев, он контролирует все бесчисленные миры. И вся эта ответственность на нем, Кришна этим не занимается. If I go on speaking many times, previous, and now I'm going to discuss some new thing. И вот относительно творения, служения и всего остального, Баладев все это делает. Бесконечность, его сварупа бесконечна. И он бесконечными способами служит Кришне, но все равно хочет служить больше и больше. И вот от Баладева какие-то Шридам, Судам, Баларам, Васудам, они изошли из тела Баларама, они вечные спутники Бхагавана. Я не говорю о творении, еще о чем-то я говорил об этом. Это Мул Санкаршан, изначальный Санкаршан, как он является своей лилой с Бхагаваном, служит Кришне. И вот этот четвервьюха, там Шветадвип, квадратной формы. Баладев, и Дхамма — это тоже олицетворение Баладева. Он везде и во всем. Не хочу напомнить, что вот он в форме Читравьюхи и внутри Баларам, внутри Вриндавана и Санкаршан, принимает четыре формы. На Вайкунте в четырех формах и Санкаршан распространяется в Карнарнавасая Вишну, и потом этот Карнарнавасая Вишну распространяется во все бесчисленные браманды. Акшвали.
Кширада Гасай, значит, все Брахманды. Там есть океан в каждой. И Бхагаван в форме Гарбхуда Гасай. И вот оттуда из его пупа растет лотос, и там рождается Брахма. И в этом стебле, в котором, из которого растет лотос, там 14 миров. И каждая Брахманда. Там Кира Сагар, там Анирудха Вишну спит. Он антарьями всех бесчисленных джив. Бесчисленные дживы, он антарьями, как сверхдуша, пребывает везде. Вот из Баладева или его спутников. Дама проявляется, и звонтек, асана, подушки, все, весь мандир, весь храм, священный шнур, падоки и все остальное. Все это олицетворение Баларама. Баларам служит Кришне бесконечными способами. И вот вначале мы должны помнить от Баларама. Все спутники исходят и Санкаршана. Санкаршан. Особые дживы, они вечно свободны. Они вечно служат ему. Они никогда не были замечены. Ну, что они чем-то другим занимаются. Они занимаются вечным служением. И из Гарбхуда Гасай те дживы после выдоха, они выходят из него, это отдельные души. И вот какие-то есть мукт-дживы, вечно освобожденные дживы, которые служат Бхагавану, мы их не считаем. Но те Гарбхуда Гасай Вишну, из Каранарнава Сай Вишну. Все дживы, они исходят из него, и среди них эти дживы, есть татастха дживы. Точнее, все татастха дживы, которые из него исходят. Я говорил дживи татва, тебе достаточно давно, и там я говорил, татастха – пограничное положение. Это идеальное положение. Как, теоретически имеется в виду, как в физике есть идеальный газ, он хорош для расчетов, но есть концепция идеального газа, но в природе его не существует. На основе этого идеального газа считаем что-то, его физически нет, он просто в воображении. И также это положение татасты, пограничное положение джив. Кто-то может сказать, как это возможно вообще, это положение джив, в котором все дживы, бадха-дживы, они могут обнаружить себя, но где найти какую-то эту физическую линию границы между духовным и материальным миром, как ноль, вроде бы ничто, но и что-то в то же самое время. Без нуля ничто не может случиться. И также, если мы скажем, что джива находится в пограничном положении, то пограничное положение, в нем дживы не могут находиться. Ну, такое-то безличное. Дживы могут находиться, совершать служение Майи или служить Бхагавану. Есть концепция татастха-джив, пограничных, но за бесконечное число времени нельзя найти тех, кто находится на этом пограничном положении. Они либо
в духовном мире, либо в материальном, либо служат Бхагавану, либо Майе. Но идея, концепция есть, что есть пограничные души, которые еще не определились, куда им идти, в духовную сторону или в материальную. И вот дживы с бесконечных времен, они плавают в океане Майя, хотят наслаждаться Майей. А мукта-дживы, они вечно освобожденные. И также с обусловленного состояния какие-то дживы. Все же они могут избавиться от Майи. Не то, что бесконечные дживы, бесконечное число времени находятся в Майе. Нет. Это не значит, что они всегда в Майе, навечно. То есть, если кто-то дживы, находящийся в Майе, нет гарантии, что они всегда будут в Майе, поскольку вечное время, оно здесь течет с незапамятных времен. Когда они начали быть обусловленными, неизвестно, но они могут по милости Баладева выйти из этого влияния Майя и попасть на духовную сторону. И вот обещание Баладева в том, что он обещает, он помочь искренним душам, который достаточно искренне может помочь им встать на духовный путь и избавиться от материальной обусловленности. Вот в этой шлоке говорится, кто написал Вриндавандас Такур Махаше. И вот Вриндавандас Такур Махаше не отличен от Вьясадева, от Баладева. И таким образом, из незапамятных времен Баладев, он делает различные виды приспособлений, чтобы поймать тех или иных обусловленных душ, как рыбаки, с помощью наживок, каких-то привлекательных приманок. Они ловят рыбу, так и Баладев, он привлекает чем-то джив, он привлекает их к духовному миру. Кто-то даже в материальном мире устраивает соревнования, кто больше рыбы выловит. И Гуру Вайшнавы, они строят храмы, угощают прасадом, все какие-то другие привлекательные вещи делают, чтобы такие обусловленные души привлеклись этим и вступили на духовный путь. Факт, что все привлекутся, кто-то привлекается, кто-то нет, но так или иначе, это сложно. И нет никакой гарантии, что все будет успешно, что можно спасти обусловленную душу. Никто не даст стопроцентной гарантии обусловленной души. У нее есть свобода выбора, она может не захотеть стать спасенной. Ведь мы должны отказаться от ложного эго, нашего ума даже и всего остального. Если наш ум не с нами, то как мы можем что-то решить? Если вы отдали свой ум Гуру Вайшнавам, то это вот как раз и точное определение дикша. Что такое дикша? Дикша значит, мы буквально проданы лотосным стопам Гуру Падме. Сейчас у нас не должно быть отдельных желаний от Гуру Падме. Мы буквально проданы ему полностью. Как мы можем что-то делать отдельно от него? Your mind, your heart, everything short.
then how your mind, if your mind is not there, that is the best procedure to get Bhagavan. When you can sell yourself unto the lotus feet of Vayu Maharaj and Guru Vaishnava, then be sure. But you are not saved. Your diksha is not at all diksha. Вот, если у нас нет такого чувства, то настоящая ли наша дикша? Конечно, сейчас можно видеть, что разве дикши как конфеты, но я не одобряю такого дикши, я придерживаюсь высокого стандарта. Если я найду в своей жизни одного человека, одного преданного, кто готов принять все мое учение, я буду более чем доволен. И вот Баладев, явление Баладева, я хочу сказать нечто особое. И что это? Когда Бхагаван Си Кришна пришел Парад Парадхилешвар, когда Свайрупа Бхагаван, пришел, всегда Баладев, он приходит, чтобы дать нам зеленый сигнал. Баладев буквально показывает нам зеленый сигнал на нашем пути, что Бхагаван вскоре явится, и для нас это невозможно призвать Бхагавана в наше сердце. Как это возможно? Наше сердце очень мало. Я уже говорил, что мы должны распространить наше сердце до бесконечности, и тогда автоматически наша бхава, она станет апракритой. Вы можете предаться лотосным стопам Баладева, Анантадева. И в этом случае вы сможете призвать Бхагавана, чтобы он воссел в вашем сердце, и вы будете созерцать все его лилы во Вриндаване. Но сахаджи говорят, что можно просто обсуждать раса лилу, и раса придет, но это совсем не так. Мало того, что они разрушат себя, так и других также. И вот здесь говорится Васудева Калананта. Что Баладев? Он приходит. Когда? И вот предсказано, когда. Есть такое предсказание. Поскольку Васудев и Деваки. И вот предсказано. Когда все полубоги чувствуют какие-то проблемы из-за демонов, демоны они уничтожают, и что-то и полубоги молятся Брахме, Шанкару, и на берегу Кирасагара они молятся: «О Прабху, что делать? Как мы можем жить?» Мы не можем жить, это... Эти демоны, они уничтожат весь мир. И тогда, поклоняясь Брахме, Брахма начал поклоняться Кхирадакасае Вишну с помощью Пуруша Сукта мантры. И вот Брахма начал поклоняться, и после этого Бхагаван стал доволен. Никто не мог видеть, только с небес голос раздался. Бхагаван сказал: «Хорошо,
Бхагаван может явиться, но перед этим есть много наставлений. Бхагаван дал наставление полубогам, что вы все можете родиться на этой земле, когда я явлюсь, я приду. Но перед этим Анантадев Баларам явится, чтобы все подготовить для явления Бхагавана, как подобно тому, когда приходит царь куда-то перед царем. Обычно за какое-то время какие-то посланники царя приходят, что-то там организуют для его приезда. Таким же образом, перед явлением Бхагавана, Бхагаван посылает своих спутников, вечных спутников. И после того, как Бхагаван ушел, эти два мира, какие-то преданные, тоже являются и объясняют причины его прихода и ухода, как Шрила Бхактивинода Тхакур, он явился после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху и объяснил суть его учения. И что случилось? Мы должны помнить, что Васудев и Деваки, они все были заключены в тюрьму Камсы, как, поскольку их голос небес был, что вы наслаждаетесь этой свадьбой ваших сестер, но вы не знаете, от свадьбы твоей сестры, но ты не знаешь, что ты умрешь. Твоя сестра родит ребенка, который убьет тебя. И вот Камса с великим энтузиазмом хотел помогать в этой свадьбе своей сестры, вести эту свадебную упряжку, быть этим кучером. Но тут раздался голос с небес: дурак, все, что делаешь, твоя сестра родит ребенка, который убьет тебя. И тот Камса подумал, да. И взял саблю и решил убить свою сестру на всякий случай, чтобы она никого не родила, кто мог бы убить его. Так или иначе, история долгая, кратко расскажу. И вот смотрите, тем временем Васудев Махарадж был очень разумен и подумал, что это как-никак моя жена, я женился на ней, и моя ответственность защитить ее. Как же защитить? Он очень могуществен. У меня даже оружия с собой нет. И вот он решил. Он начал прославлять Камсу. У Камса, ты великий царь. Ты столь могуществен. Все выражают почтение тебе. Другие цари чувствуют уважение к тебе, и ты, если убьешь свою сестру во время свадьбы, прямо они тебя уважать перестанут. Хорошо, можешь убить ее, но если ты убьешь ее, ты благое имя потеряешь, тебя перестанут уважать. Поэтому подумай. Это будет черным пятном на твоей репутации. И поэтому подумай. Я могу пообещать тебе все
дети, которых она будет рожать. Отдам их тебе. И вот Васудева был очень хитер, по крайней мере, он пытался защитить свою жену. Все знали Васудеву как очень честного человека. У него была хорошая репутация, доброе имя, и Камса поверил ему. Хорошо, раз ты пообещал, что всех детей, которых она будет рожать, ты будешь отдавать мне. И вот таким образом Васудев обхитрил Камсу и спас свою жену. После этого, каждый год, когда рождался ребенок, у них Камса, и вот он приносил его Камсе. Согласно своему обещанию. И вот, видя честность Васудева, Камса был уверен, что он его не обманет. Вот Камса был очень доволен им и сказал, что голос небес сказал, что восьмой ребенок тебя, меня убьет. И ведя твою честность, вот забирай своего первого ребенка, они как бы мне не угрожают, только восьмой опасен, поэтому пускай живет. Зачем убивать его без причины? В общем, на этом они договорились, Васудев ушел и думал, не могу поверить этому демону. Сейчас он говорит одно, потом передумает, скажет другое, поэтому... Вот, в общем, на Кришна Джанмаштами я вот эту всю историю расскажу более подробно. И вот Васудев ушел. Но Нарада пришел и решил ускорить весь процесс. Нарада хотел, чтобы Камсу побыстрее убили, поэтому... Вот расслабился, что восьмой ребенок убьет, может, он никуда не спешит, там еще 8 лет есть. И вот Нарада пришел к Камсе, спросил, как дела, чем занимается. И вот кто сказал, что тут голос с небес мне сказал, что я буду убит восьмым ребенком моей сестры. Поэтому сейчас они одного родили, поэтому как бы не проблема. Подождем восьмого и расправимся. И Нарада сказал, вот ты царь, ты очень разумен. Такую ошибку совершил, что за ошибку? Ну, смотри, полубоги, они очень хитры, и кто знает, какой восьмой номер, с какой стороны они считали, может, они с конца считали, или с начала, или с середины. Если посчитать, вот, наоборот, тогда первый ребенок тебя убьет, и тот сказал, да, действительно, мыслями таких не было, может, и первый быть восьмым, поэтому лучше его убить, на всякий случай. И вот Нарада такую мысль до него донес и ушел. И вот Гуру Вайшнавы могут видеть, предвидеть издалека вещи, могут сказать одно слово, которое
окажет огромное влияние на вашу жизнь и судьбу. И вот таким образом Камса решил посадить сестру своего, ее мужа в тюрьму, на всякий случай первого ребенка убить. И таким образом, когда она рожала какого-то ребенка, и вот 6 лет она рожала, Камса брал их и убивал, на всякий случай. И после этого случился необычный случай, кто те эти 6 детей, которые родились из чрева Деваки и были убиты Камсы. И раньше они были сыновьями Калнеми. Калнеми, он сын Хираньякашипу. Конечно, Прахлад Махарадж тоже был сыном Хираньякашипу, но и вот внутри, находясь внутри, ну, в общем, Махарадж эту историю да, потом расскажет. И вот где эти, кто эти 6 сыновей? В прежней жизни они были сыновьями Калнеми. Они отправились в Гималаи. Чтобы совершать аскезы, медитацию, они хотели получить даршан Брахмы. И Брахма был очень счастлив. И спросил, что вы хотите, и Брахма благословил их. И после аскез и тапаси они вернулись, но Хираньякашипу был несчастлив. Что вы без моего разрешения всех моих внуков, вы все ушли сами совершать аскезы Брахме. Вы должны просить разрешение у меня для начала, как вы смеете. Сколько наглости, я проклинаю вас. В следующей жизни вы родитесь. И ваш отец Калнеми убьет вас 6. Этот Калнеми родился в Камса, а 6 детей его родились как сыновья его сестры Деваки. И вот глубокая сиддханта за этим. И как это возможно, что Деваки, она Шуда, олицетворение Шуда Сатвы на Бхакти Деви, мать Кришны, и как это возможно, как она могла родить 6 демонов, как это возможно, но это было проклятие для Хираньякашипу, от Хираньякашипу она попала в этот кармический узел, что они родились от чрева Деваки и были убиты своим отцом, ну, в смысле отцом прошлой жизни, но сомнения, может быть, Васудеви Деваки, они необычные, как это возможно, что эти дети, демоны родились из чрева святой Деваки, как это возможно, и Вишвана Чакравати описывает это, и вот в день Джанмаштами я более подробно расскажу об этом, сегодня другая тема. И вот Вишвана Чакравати пишет, что они
вошли в чрево Деваки. И в то же самое время они не касались чрева Деваки, поскольку если бы не осквернили ее, то Кришна не мог бы родиться из ее чрева. И как они могли родиться из чрева Деваки, но не касались ее. Как Кришна говорит, все бесконечные брахманды, они все во мне. Как читаешь шлоки Бхагаватам, и Бхагаван говорит. Что все бесчисленные брахманды находятся во мне, и в то же самое время я вне их. Бхагаван говорит, что все бесчисленные брахманды находятся во мне, и в то же самое время я нигде в них. Я имею свое отдельное существование, в Гите Бхагаван говорит. Это непостижимо. Это возможно на 100% для Кришны, и так или иначе. Когда Баладев, он родился, и первые 6 месяцев все видели какое-то сияние, исходящее от чрева, из Деваки, из ее тела. Камса очень был подозрителен, подумал, какой свет. Может, что-то, проблема какая-то случится. И вот через 6 месяцев слухи пошли. В общем, выкидыш у него, что как будто слухи такие ходили, но слухи, одни слухи по воле Юга Майи, эти слухи распространились. Более подробно Махараджа Джанмаштхами будет говорить, и вот по указанию Кришны, этот плод в чреве Деваки был перенесен в чрево Рахини. Она находилась рядом с Яшодой внутри Вриндавана. И вот плод из чрева Деваки был перенесен в ее чрево, и после этого 8 месяцев прошло. 14 месяцев всего для Баладева заняло, чтобы родиться. Поэтому Баладев, он более такой крупный и развитый. И после того, как Баларам явился, и вот и потом Кришна через короткое время, достаточно несколько дней, родился. Люди очень глупые. Они говорят, что Баладев родился за год до Кришны. Даже во Вриндаване находятся такие глупцы. Даже в Раджавасе какие-то верят, что Баладев на год раньше Кришны родился, но это полностью неправильно. Я могу научно доказать, что это все неправильно. Потому что если во время того, как Гаргамуни давал им имена, в то время Баладев Гаргамуни сказал Нанди Махараджу, этот мальчик,
раньше у него была связь с Васудевами Деваки, и действительно, поскольку это плод перенесся в чрево другое. И вот Гагамуни сказал, что он сейчас сын Рахини, но чуть раньше был сыном Деваки. Он имеет связь с ними. Я не знаю, как это случилось, но родился тут, тем не менее. И его имя Баларам. Почему Баларам? Потому что он очень могущественный, и поэтому его имя Баларам. Бар значит сила. Но никто не знает. Это случилось по воле Йогамая. Йогамая может сделать все, что угодно, но Баладев, он был назван Баладевом. И вот вопрос, если у кого-то здравый смысл, они поймут. Если какой-то ребенок родился за год ранее, за год до Кришны, то почему Баладев, он ползал вместе с Кришной? Если здесь же говорится, что Баладев, его имя Баларам, он более силен, более крупен. Если такой крупный мальчик, если бы он родился, ну, у него есть младший брат, если вместе ползают и вместе все делают. Если бы он на год раньше родился, он уже был бы более развит. И не ползал бы вместе с новорожденными в одном месте. И вот здесь говорится, во дворе Нанда Махараджа Баларам и Кришна, они ползали. То есть это доказывает, что они родились примерно в одинаковое время. Если бы Баларам был на год старше, то он уже бы не ползал. Ходил там или, ну, какие-то... По-другому бы себя вел, не как новорожденный. И вот Джива Госвами Пад здесь говорит, что промежуток между рождением Кришны и Баларама вот где-то дней 10-15 или сколько это между Баладева Пурнима и Кришна Джанмаштами. Но образователи достаточно глупы. Они любят Баларама, и считать плюс-минус год им не столь важен, поэтому говорят неправильно. Даже если им показать научные доказательства, они все равно не поверят. Однажды, 10 лет назад, в храме Шилабхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, я рассказывал там, во Вриндаване об этом. Во время Джилан Ятры Шрила Мадхава Госвами Махарадж, я не знаю, они харикатху организовывали в честь Джилан Ятры. Джилан Ятры тоже далеко не все делают, Сидар Махарадж не делал, Шилапури Госвами Махарадж не делал. Они организовывали харикатху особую в это время, они никаких качелей не проводили. В общем, не все вайшнавы, они то Джилан Ятру проводят. Шрила Мадхава Госвами Махарадж устраивал такую выставку, чтобы привлечь каких-то людей. И вот Баладев родился таким образом, и все в Раджаваси, у многих неправильное представление о том, когда он родился. Считаю, что на год раньше. И вот после того, как родился, церемония давания имени была.
И очень важно, Нанда Баба никогда не думал, что его сын, он сын Васудева. Нанда Баба никогда не думал так. Он думал, что эти два его ребенка, Кришна и Баларам, он никогда не думал, что Баларам сын кого-то еще. Нет, он всегда принимал их своими детьми. И поэтому во время Югалгиты я могу показать вам, как Шукадева Госвами описывает, и что Кришна Баларам, они сыновья Нанды Махараджа на 100%. Нанда Махарадж думает таким образом. Никогда у него нет никакого настроения разделить все. И даже Нанда Махарадж, он Баладева брал к себе на колени. И вот у него было две матери во время вот называния его Рахини, у него была и Яшодама, две матери, но на коленях Яшоды Баларам сидел, и на коленях Рахини Кришна, наоборот, они сидели. Хотя Кришна на коленях Яшоды должен сидеть, но сидели они наоборот. Сидел на коленях Рахини, он очень мал был. И таким образом Баладев, сегодня день его явления, мы очень удачливы, поскольку если Баладев не пришел бы, Нитьянанда Прабху, если бы не пришло, кто бы мог защитить нас? Так много харикатхи я хотел сказать на эту тему, но времени мало. В следующем году продолжим. Баладев, он олицетворение милости. Даже мы не можем обрести эту милость от Кришны. Баладев думает, думал даже о Дурьотхане. Смотрите, насколько милостив он. Состояние Баларама. И как же защитить его, и так иначе. Сегодня конец. Курванти чайшамунатмамохам тасмайнамананта-гунайя бхумне. That day, previous day, I was not feeling, happy to speak Harikatha. Previous day, I was not feeling free to speak Harikatha. Some contamination was there, inside somebody's heart, with negative mood. Like the case of И вот предыдущий день, предыдущую харикатку Махараджа не было, настроения не было, как у Махапрабху во время Шивасангана. Лила Шивасангани, Махапрабху совершал киртан, но не чувствовал того, той радости, которая была прежде. И вот я думал, что случилось. Я не мог забыть эту шлоку, но так или иначе забыл. Пару слов, как Гуранга Махапрабху сказал, что я не чувствую сегодня той радости, которая была прежде во время Санкиртана. Что случилось? Мне в итоге обнаружилось, что мать жены Шивас Пандита, теща спряталась где-то там. Потом Шукламбарам Брамачари тоже что-то было. Вот в моей жизни тоже несколько раз такое было. И вот предыдущий день, предваряющий день Нарисимха Четырдуши, несколько лет назад, какой-то демон
вот, который Махараджа хотел убить, какой-то демон, в общем. Враждебности у меня с ним нет. Я пытался его как-то спасти, защитить, но не получилось ничего. И вот однажды, так или иначе, поехал этот демон в Гошалу, и я там закончил харикатху, вышел, ну, встретил его. И вот я пытался как-то позаботиться о нем, и потом, когда ушел, мне стало очень тяжело, не мог говорить харикатху, я пошел молиться Бхагавану и понял, что это причина. Из Махабхараты тоже могу пример привести. Однажды один царь, я же написал, и там в Махабхарате можно найти один царь Сатя Дану Раджа. Он великий преданный, но так или иначе вынужден был родиться собакой. Почему? И вот говорится, что он говорил с каким-то оскорбителем, обменялся, ну, говорил какое-то время с ним, и за это был наказан рождением в собачьем теле. И мы должны быть очень осторожны. Но это не значит, что мы должны перестать разговаривать со всеми обусловленными душами. Это как бы не то, но с оскорбителями мы должны избегать всяческих связей. Во Вриндаване однажды это случилось на день явления Баларама или еще чего-то. Я тоже начал харикатху, почувствовал какое-то неудобство, но закончил, сказал, что не могу говорить. И это не история, это практически как-то может влиять на мою жизнь. Поэтому мы должны быть осторожны, должны служить харикатху с радостью. So this assembly, I never count any number of people. Never. You can watch me. I always want quality. Я смотрю за качеством, а не за количеством. И вот в Вриндаване я говорил, там было всего лишь один человек слушал.